на мой взгляд, сложная очень игра. Может быть, и у нас было преимущество игровое, но оно никак не могло реализоваться в голы. Но доволен тем, что смогли все-таки найти свой момент, забили и победили в этом матче. Состав очень серьезно изменился, сравнивая с тем, который играл по осени. Да, произошло обновление состава за счет того, что 98-й год закончил. По сути, команду заново приходится строить? Ну, конечно, много ребят у нас новых появилось. Ну, в принципе, это наша работа. Кто-то у нас, если готов, подключается к главной команде, а академия уже для нас поставляет ребят, которые достойны. Раз такое обновление произошло, турнирная таблица на второй план отходит? Ни в коем случае. В каждой игре задача всегда стоит побеждать, а уже там таблицу посмотрим уже в конце, после последнего тура.